Александрович, дорогой. Спасибо, спасибо, что нашли время. Для хорошего гостя оно всегда находится, признается Владимир Мальдов, встречая главу Красногорска. Дмитрий Владимирович Волков навестил ветерана вооруженных сил, чтобы поздравить с главным праздником – Днем Победы. В мае Владимир Афанасьевич отмечает еще одну дату – свое 86-летие. Родился он 10 мая 1937-го в славном городе Ленинграде. Тогда никто еще не предполагал, что через 4 с небольшим года начнется самое страшное испытание в истории северной столицы. И там рос в блокаду, все умерли у меня родные близки, рос и воспитывался в детском доме. Кончил школу, ну куда? И меня из Ленинграда отправили за Байкалье, станция Вода, и там я начал свою службу. Военная карьера Владимира Афанасьевича развивалась стремительно. Он с отличием окончил летное училище, заочно получил филологическое образование. В 1980-м выпустился из Академии Генерального штаба, а после поселился в Нахабино, где проживает до сих пор. Награжден орденом Красной Звезды, знаком житель блокадного Ленинграда. День Победы полковник Мальдов встретит в кругу семьи, прежде всего супруги Зинаиды Григорьевны.